Здорово, Капитолина. Привет, Санек. Доброе утро, наши большие и маленькие телезрители. Здорово, Санек. Здорово, здорово, дорогой, дорогой мой. Что ты? Ты научился уже у наших гостей в прошлый раз? Нет. Чтобы не волноваться? Это, да, потрястись сначала, но я хочу еще понять вот и донести до ребят, которые занимаются вокалом, что правильно дышать. Это очень важно. Друзья мои, мы уже у нас несколько встреч было, как раз посвященных вокалу. Да, и сегодня, друзья, да. Вновь у нас в гостях Сауле Антышева, продюсер и преподаватель по вокалу. И еще у нас Ева Зимберг. Ева, привет! Ева, привет! Ева, привет! Как твои дела? У меня все хорошо, отлично. Вот, вот видишь, вот, как здорово. Это самое, так, ну самое давайте, главное. Раз у Евы все хорошо, тогда послушаем песню. Да, давайте сразу. Давай, выпаливай. Коротышки с любовью и лаской называют меня синеглазкой и глядят на меня восхищенно, пропуская галантно вперед. Я в ответ улыбаюсь смущенно, опускаю ресницы смущенно. Глаза у синеглазки, вы в небо взяли краски, и небесной красотой синий взор сияет мой. Синий-синий, самый синий-синий взор сияет мой. Браво! Браво, брависсимо! Девочка, ты большая молодец. Слушай, здорово как. Вот мы, знаешь, о чем с Капой подумали? Вот она всегда меня спрашивает, как, говорит, ты, Саня? Пляшешь и поешь одновременно, да, на сцене. Да, нет, загадка, ты же запыхиваешься. Ну вот, вот поэтому давай сейчас спросим у Сауле, как это правильно получается делать. Насколько вообще важно дыхание для артиста? Это самое важное для жизни и для артиста. Да. Дышать. Дышать. Правильно дышать и глубоко. Ну, а вот как контролировать дыхание во время пения? Ведь нужно же его правильно распределить. Ну, он же двигается, ты же разгоняешься, да, сбиваешь дыхание. Первый секрет, да, первый секрет – научиться брать короткое, но глубокое дыхание. А, да, наполняться. Вот. Это первый секрет. Второй секрет – только опыт. Только танцевать, опыт. Петь, танцевать, петь, танцевать, петь бесконечно. Только научилась? О, все, все. Сколько можешь не дышать? Вот, смотри, молодец, Капа. Да. Ева, а тебе тяжело контролировать свое дыхание? Ну, иногда бывает то, что мы поем Сауле распевку, и мне может не хватать дыхания. Ага. Но я его беру и продолжаю. Но слушай, вот... это вот такой вот вопрос каверзный. Ну-ка, давайте. Я про пельмени все. Ну давайте, про дыхание, Капа, про пельмени. А если вот, а как вот... Чего, как вот? Поют, а если поел? А если... Стоит ли есть перед выходом на сцену? Я бы не советовала, Капитолина. Ну, понятно. А как же на голодный желудок-то? Не на голодный, а за полчаса. За полчаса? Поняла. Как всегда, не то принимала ты за полчаса до еды. Понятно. Слушай, ну, да. Да, это, Сауле, конечно, покажи нам вот пару упражнений, которые вот улучшат наше дыхание, и Ева с нами тоже с удовольствием, мне кажется, сделает, да? Давайте попробуем. Давай. Дышим носиком глубоко, вдыхаем глубоко, прямо в пузико. Прямо в пузико. Готовы? Да, да, да. И сильный выдох на S. Кто дольше, Капитолина или Саша, или Ева? И в конце еще сделать ха! Ха! О! Запомнила, каждое утро так делает. Да, умнички, но Ева моя самая. Ева вообще умница. Ева, спасибо тебе за творчество. Сауле, спасибо. Ева была, мне так понравилось. Спасибо, что к нам приходишь. Спасибо, Евочка. Прощаемся, Сауле, приглашаем еще в гости? Конечно, приходить так здорово. Обязательно приду, спасибо. Пока-пока. Пока.